И всем привет! Вот мы вернулись в игру. Ну что ж, пришло время делать синие платы. Уже пора сделать этот, как его. Так, и что там еще? Медь. И медь. Меди не так много, ну ладно. Синие платы пришло время делать. 60 энергии, 15 массы. Раз, два, три, и все. Ух ты. Блин, массы мало. В смысле энергии. Давай. Сколько жемчуга еще есть. Мне надо 5 штук, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну ладно, сейчас сходим. По-моему, 5 надо. На акваланг. На костюм дайвера этого. В смысле... Станция дайвинга, или как-то там она называется. Сейчас посмотрим. Немножко неудобно, что далеко этот вот. Да, 5 штук надо. 1200, ну это ладно, там мы все наберем. Лосяш вон. Блин, ввели бы лошадь в игру. Лосяша, он самый. Лошадку бы ввели в игру. Ох, было бы классно. Седло там надо скрафтить. Опять же, катон нужен. 10 мягких тряпок. Так, и что тут у нас? О, уже можно сделать еще 2. Раз, два. Вот и все. Пока что хватит. Энергии прям немного. И потратил как раз все, что насобирал. Все потратил. Блин, может быть, медяху ставить, потому что эта штука мне как бы надо, но не настолько много надо, как бы хотелось. Так, это не сюда, вот сюда к этому будем ложить. О, пускай тут будет. Так, и того мы имеем. Выключайся. На тебе. Тебе, ой-ой-ой. Всего мало, всего мало. Так, надо что-то поесть, наверное. Да. Даже ягодок подъесть каких-то. Пока хватит, и взять с собой 2 кусочка мяса. И полазить еще. Можно пойти грабить этих студентов. Самогонка у меня как раз готовится. Одна бутылочка только сделалась. Ух, сколько долго еще. Нырнем здесь, может что-то есть. Типа стекла или жемчуга. О, блин, я думал, что это за... А это аж этот вот... Самогоночка приготовилась. Блин, хотел сказать, что это там ходит, это аж Олежка-то. Так, Олежка... Ага, вот за ним пошел. Так, Мишка есть. Ты ж, Олежка, ты за это... Медвежка, блин, ты что со мной пошел? Или побежал даже? Побежал, козел. Серьезно? Да блин. Падла, мало того, что кровь пустил, еще и заразился, скотина. Вот это вот с утра, блин, приключение началось. А как это не хватило ему? Чуть ничего не понял. Блин, вот это дорогой получился ящик. Надеюсь, там хоть что-то стоящее. Ага. Стоящее. Слышу, Лень, иди их отвлекай. А я пока их грабану. Давай, 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 давай. Давай, дурилка, беги вперед. Во. Во, красавчик. Так, валим, валим. Тихо, тихо, тихо. Идите в баню. Тю-тю. Давай, давай, давай. Беги-беги, дурилка картонная. Да нифига себе, вы там все еще на меня обижается. Что-то я у них забрал, там даже не посмотрел, что просто схватил, потому что по мне шмаляли там. По ногам лупили. Отовсюду.
О, успокоились. Я вас не трогал. Никого не убил, значит, не придут. Так, кровушка прошла, отлично. Что там, шматье, еще не все и задрали в луча? Еще нет. Ну вот, что там было. Две тряпочки, клей, гвоздики. Ну, веревки-то были. Сумочка. Так, ладно, я надо сделать немножко тише, как минимум. Вот так вот. Ну, а я сейчас немножко дерево порублю. Так, посмотрим, что в этой сумке есть. Гвозди, говоришь. Давайте еще это рубанем, что ли, дерево. Так, давно я уже не ходил. Вышел один, называется. На это... О, пускай ты скрабик. Чё бы не взять-то? Блин, ага. Так прям тихо сделал, прям совсем тихо. Ну зато хоть вам... О, блин, сутулы еще тут. Хочет меня цапнуть, не? Не хочет. Ну ладно, раз мы тут пробегаем, чё бы и это дерево не подрубить-то. Так, смотрим, чем нас тут кормят. Сутулым кормят. Волчок, дурачок, а ты не хочешь там пойти погрызть этих горе-охотничков? Или он уже передумал за мной идти? По-моему, передумал. Так, металл есть, цинк есть. Много металла, кстати говоря. По-моему, дождь передумал идти. Нет, кто-то идет. Только что кто-то шкрябался ногами. Вот опять по левому уху. По правому, то есть. Наверное, охотнички тут трутся тут, да? Поляха выгнал на свою голову. Получил в пузо стрелой. И обиженный пошел дальше ковырять. Ой-ой, что-то у вас тут прям... Идите в баню. Так. Есть волк. И есть охотнички. Ух ты, бляха. А здесь вас нет случайно? Есть. Ну давайте. Твою мать. Гад такой. Как он под 90 градусов? Я не могу руку поднять так высоко. А они, блин, поднимаются ж под любыми углами. Как бы не совсем честно. О, ты ж ходишь без шапки, да? Да остановитесь вы. Один есть. Вон кореш побежал. Тихо. Ну-ка. Где ты там? Упс. Так, стрела. Да, блин, как они мне вообще там попадают? Да пошел в баню, слышь, умник. Хорошо пришло, да? Вот он еще раз. Ага, чик, говоришь? Где это там? Бродяга. А, вон он стоит. Блин, ну я так не могу высунуться, стрельнуть аж туда.
А он, блин, застряет. Так, еще застрял. Еще отойдем. Все равно. Ну где ты там? О, отпустила его. О, еще один тюлень пришел. Здравствуйте. Где вы там делись? Опять застряли, что ли? Нет, это прям чётенько стоит. Не, ну не козел, телепортнулся прям. Стоял, главное, на месте, там тьф, оказался в другом месте и выстрелил меня. Что за фигня, блин? Гребаные читеры кругом. Блин, камушек. Что, отпустила, не? Нет, не отпустила. Отлично. Они читерят, и я буду хитро всеми пользоваться. О, нормально. Блин, уже походу не влезет. Ешь давай. И еще одна сумка тут лежит. Ну чё, студент? Вот так и пойдешь на превьюшку. У меня грязные руки, и ты сам грязный. Вот и все, пошли заберем у него пепел. У них. Ишки наглые морды. Руки так высоко поднимаются. У персонажа у нашего не поднимаются руки высоко. Вот если стать возле дерева, то есть нельзя вдоль ствола. Вот, все, что можно. А они, блин, еще выше руки поднимают. У них ограничений нет. Скелета. Так, что говоришь? Шарите тут. Вот так вот сделаем. Разменяемся. Так, руки бы не мешало помыть вообще-то. О. Постоим, погреемся у костра. Здоровье сейчас быстрее поднимется. Он прям сейчас лететь будет. Да? Или нет? Да. Кстати, можно посидеть возле костра. Ноги сунуть в костер. Так лучше греется. Так, походу, дождик все-таки будет опять. Так, это у нас что? Это металл. Забираем. Вот и хорошо. О, еще металл. Берем все, что дают. Нет, походу дождя сегодня не будет уже. Так, еще раз покрутимся возле этой фиговинки. Нет, тут железки нету. Вот на этом камушке иногда попадается железо. Но не сегодня. Так, ну раз мы уже начали грабить этих, можно еще к этим зайти, ограбить их. Третью базу. Так, волчик, иди в баню. Ты ж послушный волчик, да? Я тут просто деревца подгрызу. А то я давно уже ничего не собирал. И у меня как бы ее потихоньку запас-то уменьшается. Древесинки. Молодец. Огурец. Ой, мишка. Мишки нам не нужен. Так, у меня здоровья мало, блин. Кстати, мишка и охотники, это ж идеальное сочетание. Эй, пс. Уволень. Вот ты, да, пошли со мной. Вот там мишка есть. Ты, дурик, о, кажись, он... Да-да-да, он за мной заинтересовался мной. Пошли, пошли. О, медь, кстати, есть. Ты идешь, не? Алло. Проснись, во. Сейчас мы обойдем. Ну ты где там, стесняшка?
Медведь долго ждать не будет. Так где ты твой налево? А вон он сидит. Ты, блин, это, идешь за мной или не идешь? А то сейчас медведь мной заинтересуется. Так, вроде что-то там появилось, башка его. Опять потеряшка. А, нет, топает. Медленно, не уверенно, но топает. Нет, все-таки дождь будет. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Где ты там, горе-охотничек? Опять что-ли потерялся? Блин, тут, конечно, деревья натыкано. Так, медведь что-то резко... резко стал уходить. Нет, он не... это не виляет одним местом, значит, это... не то. Чудило, ты вообще где делся? А, вон он. Вернулся на место. Ох, так он даже в дом зашел. Не, ну ладно. Так, убегаем быстро. Ай, блин. Опять в зад попали. А, уже ничего не лезет. А шулерок вот влезет? Шулерок влез. Так, 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 тихо, тихо. Не все сразу. Ограбил их, и мне еще даже гранату дали. Много патронов там было. Еще слитки. Еще это, еще то. Но куртки нет, конечно же. Не знаю, может, куртку вообще пока убрали из игры, либо просто нам и тут не попадается. Еще одна гранатка для рейдов. Так, ну идемте помоем руки, воды наберем. О, Бэмби слинял. Кровушка течет. Неохота тратить бинтик. О, металл. Кстати, попить надо. И витаминку одну подъесть. Ох, и кровь перестала течь. Внезапно. Так, нету сундука нигде? Вроде бы и нет. Но зато медведь охраняет сундучок. Блин. Еще не один сундучок. Я так и знал, что забубнит. Ты ж не бежишь за мной? Нет, отлично. О, что-то тут есть. Так, а вот перышко уже не влезет. Так что до свидания. Перышко. Так, моем руки. А, руки-то у меня и так мытые. В смысле, чистые. Жемчуг есть? А если найду? Нету. Ни жемчуга, ни стекла. Но мне, правда, уже ложить некуда. Вообще ничего нет. Так, а что я могу себе сделать? Допустим, пару патронов на винтовку. Даже больше, чем пара. Отлично, у меня есть место. Вот и хорошо. Так, плюшка. Плюшка металла. За одну серию ограбили двоих охотников. Две базы, то есть. Интересно, придут завтра или не придут атаковать. Ну, как бы я их никого не убивал, так что, по идее, не должны. Подумаешь, а? Я там заглянул к ним в сундучок. Любопытство. А что у вас там есть? Эй, хорошая семечка называется. Лучше бы он семечку ягодки этой синей взвел. Чтоб по три ягодки с кустика падало. Было бы неплохо.
выращивать. За место помидоров можно было бы кушать в больших количествах. Так, медь, говоришь, но на медь у меня нет места. Но это можно решить очень просто. Выкинуть вот эту ерунду. И взять лучше медях. От нее больше толку, чем от медицины. Вроде как в долине лута ничего и нет путево. Ну, хоть металл пособираем. Мясо-то у меня есть еще. Место есть, но мясо. О. Так, волк, ничего не знаю. Это мой сундук. Еще даже есть одна ячейка. Хорошо, я ничего. Избавимся от улик. О, немножко еще этого жирка для рывка. Генератор же кормить чем-то надо. Да, не мешало бы, конечно, винтовку прокачать, все ружье. На рога у меня места нету. О, и на ягодку нету места, да? Блин. А там 4 черечка, а тут 2 веревки. Ну, 2 веревки — это такое дело. Так можно все веревки сделать. Как раз оно все и влезет. А оно себе пускай делается. Но теперь больше не пособираешь. Тогда съешь. Вот так вот. Как раз нормально у меня по витаминам. Уже прям чётенько все. Че, говоришь, день заканчивается? Блин. Вроде только начал, уже день заканчивается. Так, больше метода. Ну ладно. Ладно, ладно. Влезла? Ну ладно. Тогда возьмем еще вот это. Мишка там что-то корешки жует. О, он еще в медях прям светится. И скоро сломается это. Надо будет переработчик скинуть и новый сделать. Лосяша. Оп. Что это было? Веревки повыпадали. Круто. 2 сразу. Не, а, что-то сгнило. Это что, хлячка, да? Гнилое мясо. А что ж так быстро сгнило-то? Печень сгнила. Обалдеть. Тут есть что-то на камне? Да. Метал. Возможно, мне кирки уже и не хватит. Да, все. Там остался карпулечка. Фиг с ней. Так, ну давай мясо съешь, а то сейчас и мясо пропадет. Надо же было. Рассыпалось мясо, сгнило. Ну ничего, гнилушка тоже нужна. Побежали обратно. Чуть там такое лежит, не как закрытый ящик. Да, похоже, широкий сильно. Так, на камне ничего нет. Где-то он тут. Да, вот он, закрытый ящик. Издалека не так трава прорисовывается. И лучше видно. Ну да ладно. У меня отмычки все равно нет. Мне надо сделать этот вот станцию дайвинга и пойдем по пещерам лазить. Пока еще зимы нет. Ну, до зимы, конечно, еще далеко, но все равно. Стеклянные эти штуки мне уже скоро понадобятся. Надо верстак сделать, вернее, этот вот. Как его? Токарный станок сделать. Да много еще надо сделать. Тут же солнечные панельки нужны. Неплохо было бы. Давай, 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 вылазь. Было бы неплохо хотя бы пару солнечных батареек. Раз охотники не дают. Сейчас посмотрим, сколько у нас гранат, и может быть в следующий раз пойдем. А, мне надо тогда сделать эту вот. Чтобы выносить двери за один выстрел. В смысле, за один взрыв.
Там тоже, по-моему, синие платы нужны. Везде на все надо синие платы. Ух. Да, слышишь? Да алло. Выкинул такую ценную вещь. Сохраняшка. Во-первых, там еще и посадить можно будет уже эти. А по-любому уже место есть. Ух ты. Закат какой красивый. Ну как, ну да. Это у нас скрабик для себя. Металломчик, точнее говоря. Так, а ну не бубни. Не бубни, говорю, это хуже будет. А, все-таки он побежал. Ну ладно. Не шебурши тут ашваба. Так, что у тебя есть? Блин, кожа вылетит, да? Ну ладно, вылетит так вылетит. Маленький рюкзак сильно у персонажа. Так, что можно выкинуть? Ну, порох, например, выкинь. Кожа все-таки, по-моему, важнее. Даже, я бы сказал, нужнее. Погнали домой. Там, походу, надо уже все покормить. Так, ну ладно, сейчас дерево порублю здесь. Так, вот мы и дома. Я свет не выключу, молодец. Так, мясо в холодильник. Тухлячку. Блин, тут все потухло. Да что ж такое-то? Так, сколько у нас гранат? Где я их там слаживаю? А, 4. 5 штук, мало. Совсем мало. Ну, что тут надо на эту бомбу? Фига, сколько всего надо. Ну ладно, шестеренки-то у меня есть. Энергия наберется. Ты еще там плавишь? Офигеть, сколько еще будет плавить. Да не, вот это. Так, ладно. С этим вот займемся потом. 3 уже неплохо. Так, это можно сделать. Вот эту штуку. Это сюда. Кожу туда же. Мягкую тряпку. Ну, неплохо, уже 12 штучек. На самом-то деле. Это не здесь хранится. А вот рации тут хранятся. Шестереночки. Шестереночек уже прилично хватит на вынос одной базы даже. Блин. О, отлично. Червячки. Ох, нифига, 15 этих уже. Не кисло так я их пограбил. Ладно, ничего не тратя, все получаешь. Шикарно. И доски даже есть, так это не надо было туда кидать. Кстати, водичка. Дай-ка мне. О. Вот так вот. И порох скинь. И доски. О. Да куда ты скинул-то? 45 досок. Так, это значит и ходит переработчик. Или пока подожди. Давайте что-то еще сделать. Сколько там, говоришь, на тебе надо? Целую. Цельная плата. Значит, бери метод. Это. Бери. Что там еще надо? Вот это. И что-то еще надо было. А, жемчуг. И 2 жемчужинки. Во, делай. Еще одну палатку. Да, все правильно. Медяху сюда. Это сюда. Неплохо. Итого у меня уже есть 6 плат для создания вот этой штуковины. Все, что мне нужно, это 800 энергии дождаться. Включай перегрузку. Вот, а эту хрень пока выключи. Все. Ну что ж. На тебе еще топливо. Так, где мы эти? А, ну да. Надо же еще поджечь. Вперед. Спички, кстати, заканчиваются внезапно. Ну-ка.
Давай с десяток сделаем. Давай-ка на веточки все пустим. Так, и вот это вот возьми. О, хватит. Давай, делай. Давайте еще посмотрим, что тут у нас выросло. По-моему, вот это... Ты смотри, не доросло. А это должно было вырасти по-любому, да? Лучок. Хлопчик. Лучка так неплохо. О, помидорки, наконец-то. Блин, в этом зеленом свете видно хреново. Алло, давай. Собирай. Так, и смотрим, что у нас там есть, что посадить. Так, ну по-любому сразу хлопок посадим. Вот и помидоры. Здесь у нас пойдут тоже помидоры. Так, хлопок. Кидай. Остальное помидорками засыпем. Так, натри воды. Дойдешь до конца? Ну, почти, на тебе еще. Чуть-чуть не хватило. О, вот так вот, значит, здесь две помидоры будут. Тут лук, надо еще одну сделать эту. Ну, пока вот так, и тут две морковки и картошку надо посадить. Либо отсюда, потому что картошка тоже нужна. Так, что ты пораскрывал тут везде двери? Закрывай. Генератор шмалит, что тут у нас? О, неплохо так. Еще хлопок. Скоро все в какаху превратится. Так, бери-ка эту лампочку из рук. О, ставим эти вещи на крафт. Так, это выложи. Это хорошо, что вода не выкипает. Вот и хорошо. О, кстати, поесть надо. Пока уйди в сторонку. Так, жирок есть? О, немножко есть. Ну что ж, пока она там все будет до утра и так наберется. А тут слишком большой расход. Ну что ж, а на этом будем заканчивать видео. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.